Просто стараемся играть друг за друга и получать удовольствие. Я думаю, самое важное на играх получать удовольствие. И выполняем тренерскую установку. Хорошо, что получалось выигрывать. Сейчас последние несколько игр проиграли, но будем стараться сегодня выиграть. Не знаю пока, но может где-то расслабились немного, может где-то стали придумывать больше, чем надо. И надо каждому сфокусироваться на своей задаче и выходить и играть, попытаться прервать эту серию. Ну, люди приходят и уходят, много трейдов случается. Конечно, у нас играло много хороших игроков, которые были обменены, но много хороших игроков пришло тоже. И это задача руководства — менять игроков, наша задача — выходить и играть. Поэтому мне очень нравится наша команда сейчас, и я думаю, что нам по силам добиться наших целей. Да нет, ну просто моментов много в этом году, но не получается забивать пока много. Ребята, партнеры создают много моментов, надо начинать их реализовывать. И просто если не бросать, то не забить голов, поэтому стараюсь также играть в пас, но опять же, если есть момент, буду бросать. Саботка, мне нравится Саботка играть, мы играли до этого уже давно, я понимаю, что он делает на льду. Пол тоже хороший игрок, поэтому это решение тренера — разбить звено, и я думаю, что если тренер так видит, то нет смысла это обсуждать, но выходите играть. Мне нравится играть и с тем сочетанием, и с этим, поэтому я не вижу никаких проблем.